Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, продолжаю гаймускать Ship Dog and Wolf. Что ж, отправимся дальше, да? Третий уровень у нас был пройден в прошлой серии. Сейчас мы возьмемся за четвертый. Так, вот, по-моему, здесь дверь клацнула. Да. Ну что ж, посмотрим. Если честно, то я ее, собственно, в свое время, когда у меня еще был диск, я ее не прошел. Вот. Поэтому не знаю, может, мне сейчас фартанет, и в этот раз я все-таки пройду. Так. Замудрён, однако. Вот тебе путеньки. Кто тут у нас с крылышками? Давай уже быстрее. Харе выделываться. Не будь бякой. Блин, не пропустишь его? А, нет. Можно. Так, у нас там бычара, да? Куча подсказок. Тыц-тыц-тыц. Блин, башкой врезался. Так, в чем-то прикол. Почипкаем. Внимание, не будите быков. Так. Ага. Вот в чем прикол. Ни хрена себе. Системыч. Тыц. Там что-то упало для нас. Дудочка. Вау. Поехали! Не останавливайся. Нельзя останавливаться. Так, все хорошо. Мне фартануло. Так, флейту я забрал. Текс. Окей. Пом-пом-пом. Вау. Текс. В чем тут прикол? Еще раз почитаем. Может, я что-то пропустил? Плавание, чтобы лезть вверх и прыгать вниз. Ой. Да. Обнадеживающе. Ух ты, пути. Что-то мне подсказывает, что это не очень добрая акулька. Текс. Повыше. Выше. Отлично. Экс. Ну вот, мы почти выбрались. Бульк-бульк-бульк. Так. Отлично. У нас тут Сэм есть, как всегда. Резкий, дерзкий. Еще у меня есть флейта. Нет, видимо, для другого. Фух, дерзанем, дерзанем, дерзанем кусочек такой. Ай-яй-яй! Блин, на перерез мне пошел. Ёшки-матрешки. Пустяшка. Ой-ой-ой-ой-ой. Все ясно. Так. Сейчас потихонечку его обойдем. Эгэсь. Так, все, отлично. Что за кнопка? Ау! Опасная кнопка. Лучше ее не нажимать. Так. Ага.
Там есть что-то интересное. Шикарно. Камера действует как раз-таки наоборот. А-а-а! Нет, пожалуйста, мне больно будет. Пилятская камера. Единственный минус в этой игре, так это дюже неудобная камера. Очень неудобная. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, я вообще это думал, рассчитывал, что мне повезет. Я смогу пробежать. Да. Схитрить не удалось. Такс. Чмок. Вау. Шикарно. Вау. Братишка. Сейчас прям. Так, здесь куста-то нет, да? Вау, опасно. Однако. Пошел вон, противный. Так. Что ж, собственно, мне нужно как-то похитить овцу. А-а-а! Больно! Бэм! Завтра будет шишечка. Тикс. Очень интересно. Чё и как? Да ладно, прям сюда придешь. Блин, зачем мне флейта, интересно? Хорошо, вопрос еще один. Как утащить овцу? Так. Блин. Я очень надеялся, что она отойдет. Вау! Во-во-во-во-во-во, полегче, Сэм, ты чё? Совсем с дуба рухнул. Так. Мне кажется, я что-то где-то упустил. Что-то на F-лейт. Хорошо. Можешь загипнотизировать кого угодно, и он пойдет за тобой. Например, Сэма. Да? Честно? Тесно-тесно? Интересно. Проверим. Ауч! Что-то как-то не очень загипнотизировался. Наки.
Бульк. Чек. Окей. Дерзкий Сэм. Так. Вот. Ох-ох-ох. Так, я прошел. Теперь надо подумать, как воспользоваться этой штучкой. Штучкой-дрючкой. Должен быть какой-то прикол. В свою очередь. Всяк он есть. Тик, отлично. Я, кажется, его заинтриговал. Пойдем. Там же у нас есть веселая кнопочка с булыжником. Хи-хи-хи. Давай-давай, сам не отставай. Мяу. Готово. Быренько тащим овцу. Да ладно. Ты как так быстро чухался, сволочь? Ай. Тик. Мяу. Тыч. Ага. Все-таки. Как овцу-то потом слямзить? Не особо-то успеваю потом пройти туда. Тик. Стоп, стоп, стоп. Пойдем, пойдем. Опачки. Есть эффект. Пока, Сэм. Просрал ты. Овечку. Все. Хе. Во. Вот это да. Вот это двигатель на воздушной подушке. Так. Лобысь готова. Фух. Стоило помучиться. Но все получилось. Так. Теперь самое интересное. Это пройти здесь. И не задеть ничего. Тик. Тик-тик-тик. Пока что все хорошо. Пока что жить можно. Отлично. Фух. Вот еще одна серия у меня в кармане, да? Серия краш овечек. Того 12, да? Окейшки. Пойдет. Ха. Окей. Ну и что ж ты нам сейчас такое эдакое сгенерируешь? И еще одна победа! Да, это было воодушевляюще. Ладно, пойдем посмотрим еще один уровень в рамках этой серии. А там будет видно. Тик.
Вот она. Уровень 5. Снежулька. Ёшки-матрёшки, это дождик со снегом. Хм. Окей. Хм. Серьёзненько. Так, смотрим, что у нас есть. Что это опять наша флейта, да? Флейта из прошлой части. Так, сейчас посмотреть. Чё, кого почём? Туда я не добегу. Это стопудняк. Сюда могу. Тикс. Вот мне интересно, Сэма-то куда увезти? Если с тем было понятно, то тут непонятно. Хм. Агась. Опачки. Хи. Вот это нежданчик. У него были затычки для ушей. Ого, мины оставил. Суровый парень. Так. Ну, меня это не остановит. Да. Выпендрёшь, я тоже так могу. Так. Вау! Система. Ай! Грёбаный знак, ни хрена не видно. Так, куда ты, камера, господи? Господи, помилуй. С этой камерой работать. Ау. Круто. Ай! Так. Ну вот. Сэм, да? Получается, периодически он проходит. Можно устроить ему засаду. Хм. Понятненько. Так, сейчас он возвращается. Угу. Так. Большой круг делает, однако. Хм. Окей. Пойдем за ним. Все, теперь осталось подождать. Ждем. Вот так вот. ему похрену. Слегка только подумаешь. Подкоптился. Жесткий парень. Так, ну ладно. Моя задача как-то прошмыгнуть попробовать.
Надеюсь, не увидит. Нет, не увидел. Шикарно. Все потащили. Ха! Оба. Окей, путеньки. Кто тут у нас замороженный оказался? Хм. Что-то мне подсказывает, что здесь так просто не пройти. Вай! Пищалька. Так. Там надо хотя бы одну разминировать. Так, 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 так. Опа. Прыжок. В смысле, глаза, глаза. Так. Глаза. Глаза. Готово. Ай, я думал, она рассосалась. Челька. Вау. Так, о, а та моя, да? Да. Раз она не взорвалась, она мне принадлежит. Это хорошо. Рука. Ускорение. Глаза. Рука. Ускорение. Глазики. Ну я же нажал на глазики. Видимо, это были не те глазики. У них, скорее всего, есть свои какие-то глазики. Так. Его я размораживать не буду, пусть так стоит. Так, подожду, когда она пройдет волна. Угу. Все отлично. Так. А это зачем тут? А. Понятно. Хочешь, не хочешь, да, надо будет ее разминировать. Жестко. Ускорение. Прыжок. Ускорение. Прыжок. Не получилось. Ускорение. Прыжок. Глаза. Рано. Плохой из меня сапер. Отлично. Фух. Да ёшки-матрёшки. Я думал, волна уже прошла. Так. Прыжок. Рука. Глаза. Глаза. Значит, прыжок. Рука, глаза, глаза. Фух. Такс. Опачки. Капустку. Капустка мне нужен. Так, это что такое? Фен? Случаем не для того, чтобы того разморозить. Хе. Интересно. Вау! Что там у нас? А, бонус. Да ну его нафиг. Хлобысь. Черт. Нет! Угу. Так. Мне кажется, вот так надо это сделать. Сейчас проверим.
В принципе, у нее же было время, да, как бы сойти с нее. С этой качельки. Сейчас и узнаем. Заодно. Так. Ну, погнали. Хлоп. Так. Овечка. Что ж ты так плохо себя ведешь? Ладно, пойду того типа пока разморожу, может он мне нужен для чего-нибудь. Уйти путь. Ну, ты меня, боец. Тебе надо отключить эту мину. Все очень просто. Да ты чё? Дождись конца световой волны, а после этого подойди к мини поблизи. Как-то не актуально он уже мне сообщает. Действие, которое выведет панель управления. Дождись зеленого света, затем проследи, в каком порядке загораются кнопки. Будь очень внимателен. Когда загорится красный свет, ты должен будешь нажать на кнопки в том же порядке в нужное время. Если получится, то мина будет отключена. А если ты остановишься, нажав не на ту кнопку или нажав ее не в тот момент, будет большой бум. Ради этого я мучился, тебя освобождал. Супер. Так, Овечка, что ж с тобой делать-то? Однако. Тик. Что туда поставить? Бомбу что ли поставить? Ну-ка, две штучки бомбы удержат, нет? Это слишком. Чик. Ну ладно, была не была. Попробовать-то стоит. Тикс. По крайней мере, это мое предположение, что надо сделать именно так. Там уже как повезет. Ну что ж, погнали. Не, нихера. Такс. Да, блин. Мне кажется, что... Черт, бомбы опять заспаунились. Блин. Так. Упс. Ну вот. Все на смарку. Отлично. Так. Готово. Все, больше бомбы не буду испытывать. Тони опять наспаунится. Я замучаюсь.
Так, тут точно ничего нет такого, чего бы я мог упустить своего виду. Да вроде бы нет, однако. Так. Орешки-матрешки. Есть. Что ж, пробуем. Давай-давай. Давай-давай, овечка. Ты можешь, я верю в тебя. Отлично. Так, на всякий случай я схожу за качаном капусты. Кто его знает, что меня впереди ждет? Тикс. Опа. Ну-с. Погнали. Так, отлично. Потренимся. Такс. Вау. Хе. Ну-ка, где-то так на середочку, если оставим. Хорошо, хоть я настоящую не бросил. Проба пера. Перелетела. Чуть-чуть слабее. Опа. Отлично. Можно даже еще чуть слабее. Икс. Четко. Хе. Поехали. Так, а теперь вопрос на засыпку. Как мне туда попасть? Нет. Идея как бы неплохая. Опа. Вот и все. Готово. Фух. Вот еще одна на овечка в нашу копилочку. Отлично. И останется нам только 11 похитить еще. Хм. Неплохо. Экс. Опять, да, там уже снежулька на этот раз. Если здесь дождик был, то там уже чисто снег. Хорошо, хорошо. Днем. Ну что ж, неплохо идем, да? Что там нам сейчас скажешь? Фантастика! О, да. Тисыны я сказал! Тек. Ну вот. Что ж, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока.